Всем привет! Днепр на связи. 12 августа, суббота, 8 утра. И мы, друзья, с вами вновь на барахолке. Сегодня, кстати, с товарищем, с которым когда-то ловили рыбу. Человеку не спится, говорит, возьми меня с собой на барахолку. Хочу попытаться понять, что вы там находите, да? Да, интересно. В общем, прогуляемся, посмотрим, кому это... Субботнее утро, скучно, одиноко. Предлагаю сделать виртуальный поход вместе с нами. Что у нас по обстановке, друзья? Сейчас спокойно. Почитал комментарии под утренним видео. Крымчане, привет. Все писали, что у вас спокойно. Но уже в российских источниках также появилась информация, что Крым ночью атаковали беспилотниками. Указали на то, что их было 20. И по информации, опять же, из российских источников указали, что все было сбито. 14 было сбито силами ПВО и 6 подавлено силами РЭП. В общем, такая инфа. В Запорожье, в городе, как я утром и говорил, по самому городу удары не наносили, слава богу. Шумно было в Запорожском районе. Что, теперь приступим. Что у нас интересного на рынке? Или сосы? Слушай, на рыбалку девочку взял и вперед, и колесо, педали прикрутил, и можно рыбу возить. Это на моноколесе. Да, все, чтоб... Главное, муку не забыть. Это сколько всякой всячины. Игрушки мужикам для деток нужно, чтоб недорого и качественно. И опять же, для тех всех, кто пишет, у нас такого нет, давно такого не видели, друзья, вводите свой поиск YouTube, вводите свой город и подписывайте барахолка. И вы найдете даже у себя в городе, скорее всего, барахолку. Это у нас утятница, да, Володь? Да. Чугунная. Гусятница. Ага. Ничего себе тяжеленная. Ого. Ого. И сколько такая стоит? 400. Ну это чугун, да, Володь? 400 гривен. Ничего. Ничего себе. Лучше иметь гусятницу, чем утятницу. Ну да, сюда можно и то, и то. Ага. А гуся ты не бросишь. Угу. А то 50-й год дашь. Тазик тоже какой-то гостовский, что ли? Да, он читает, еще отель делал. Не-не, клеймо там. А где-где? С той стороны. А, ничего себе. Красный летящий, Днепропетровск, артель. 50. Ничего себе. И сколько такое? 500. 500 гривен. А еще вон сделал? Алюминий. Алюминий, да? Класс. 2,6. И современная кастрюля, и все, что хотите, друзья. Нержавейка. Приходите к Володе, покупайте хорошие вещи. Здесь ребята он только-только раскладочку делают. Долго спят. Какая красота еще в ящиках. То, чем сегодня будут радовать нас продавцы. Панасоник. Чай будешь, Олег? Не, спасибо. Долго спите, что? Надо вас спить. Проспал? А, нам все выдали. Идем. Сам разберемся. Посмотрим, что у нас здесь. Это, кстати, зоорынок, друзья. Здесь можно купить животных, можно корм купить. Всякое, всякое, всякое. Опять же, относитесь к барахолке, друзья, проще. Это как клуб. Клуб по интересам. Полно, полно всякого добра. Здесь техническая часть.
велосипеды, бидончики всякие. Что, Днепр чемпион? Со Славией, а как? Против десятерых как хорошо сыграли. Удачно, да. Я смотрел и чуть ли не плакал. То там бы и Долбок не помог, вы знаете, что... Как там все? Да, там бы никто не помог вот этим. Ничего не здесь. Тебе не надо такое? Посмотри, 50 гривен продает. Не, не надо, спасибо. 50 гривен за все, да? Да. Да ничего снять. Да? Не. Дякую. Тебе надо пакет за 50 гривен. С кучей добра. Что тебя не соблазнишь. Так, погнали. Что, друзья, такой вот рынок. Рынок, в принципе, сегодня такой мощный. Несмотря на то, что утром была плохая погода, уже тучки ушли. Идет, грядет жара. Будет нормальный денек. Вот какие лодочки. Не, такие это у нас. А-а-а. Что это у нас? Мельхиорчик, да? Дело наше. Так, посеребрее. Посеребрение сейчас. И почем они? Какие? Эти 450. Это комплект, да? Ну, вот эти с коробочкой. Ага. Что ты пошел? Придешь, когда я выставлю. А это что за бутылка у вас? Киеву? 1500 лет? Да? Ничего себе. Так, набор, пожалуйста, сфотографируй, пока он целый. А что, могут разобрать? Могут разбить. Что у вас тут за набор такой? Сейчас я, наверное, какие-то тряпочки, наверное, его туда в середину поставлю. Вот тут любители перешагивать. Это того. Богемия, что ли? Да. Ничего себе. Ну вы же знаете, ничего себе. Сделано в Чехословакии. А у меня еще где вы проводите съемки? И почем такой набор? Какой-то такой осень, да, листочки на нем. Пожалуйста, раз. О, дальше красота пошла. Пожалуйста, два. А я вообще стала чуть не... Ливень идет. А ну посмотри, вот это что тут. Боярочку вот тут, попробуй пальцем. Все нормально. Еще не разбили. Слава Богу. И почем такие? За 200. Два? За 200, два. За 202. Сейчас я, наверное, сюда. У меня лыжи. За 200? Лыжи бесплатно, лыжи сюда со мной. Давай, расслабляйся, подойду. Наташка мне говорит, иду. Здесь все для женщин. Это белье по 35, по 40. Может, ему не хватает в коллекцию. Есть у мужчины вот такая вот сахарница. Правда, без крышки, полуная. Достаточно редкая. Есть масленка. Цена вопроса, что там 25-30 гривен. Если кто собирает, можно подходить. Вот, кстати, интересная тарелочка. Кала. Это как сделано. 40 гривен такая. Да я не помню. Это коростень частая. Из редких. Утром уже мужчина был, там смотрел. Из редких. Вот это интересный очень. Зик. Видите? Многие собирают. Охотятся за ними. Здесь просто в идеальном состоянии. Если для коллекции... то имеет место быть.
осень. Стрит, наверное, плетка, чтобы рыбу глушить. Или Рыбакова догонять. Кто-то пришел на твое место, открыл лусь, чтобы неповадно было. Ничего себе не подобрал еще? Да, большинство. Ничего не увидел. У нас ветер, надеюсь, вам меня слышно. О, здесь красота у нас сегодня. Очуменная. Давайте поглядим. Полтава. Это ручная роспись пара. Здесь у нас ласки, они же хорьки, олимпийские мишки. Это, друзья, кстати, редкая статуэтка бронницы. Крайне редко встречается. Девушка у березы. Не у многих они в коллекции есть. Девушка с Кумансо. Фигуристка. Это у нас полонная старенькая. А ну-ка отними. Кто-то называет веселый повар, кто-то называет куклачев. Работы, 200 гривен, от 200. Если кто помнит, 200 гривен, кто такой Куклачев? 3,5 ампера, 3,5. Сто гривен. Что ж так дешево? А, ну вот. Там чуть-чуть, да, там выложил. Добрый вечер, я здесь. Вот такая вазочка интересная. Вот это... А это точно Азусовская? Да, да. Садко. Какой-то подруги подбежал. Ангел Коля, блядь. Пошел знакомиться с женщинами. Одинокий мужчина. В самом соку. Ищет одинокую женщину. Рубрика телезнакомства. Рубрика телезнакомства. Ну, значит, он разочаровался в жизни. Женщина? Так, а и в мужчинах. Жизнь, и в мужчинах тоже. Что еще на подругу? Чтобы Андрюхе по ценам расспросить, чтобы знали. Может, кто пожелает сразу и прийти. Кто увлекается фалеристикой, масса значков всяких. Этими ракетами,
такой, вроде не такой. Ого, тяжелый у нас. То ли латун, то ли бронза. Книги глянем. Здесь еще рано смотрели, что такое движение в книгах. А говорят, нация не читает. Люди роются, не успевает парень сделать раскладочку. Вот это отразилось? Андрюха, а подскажи по ценам, почем пара? 100 гривен. Сотка. Почем кубок? 300. 300. Да. Куклачев? 450. 450. Броница почем эта девочка берет? 450. 450 всего? Да. С ума сойти. Уже 450 шар. Тоже броница. Ага. В общем, друзья, цены более чем доступны, так что видео выйдет, я думаю, часиков 10. Более продавец до 11, до 11:30 стоит. Цены просто доступны. Да. Ниже, чем у ЛИИКС, еще чего-то. Мало того, да, мало того, у ребят как бы много всего есть. Можно прийти, да, пообщаться. Заказывать. Да, и может вам что-нибудь и принесут, то, чего вам в жизни не хватает для счастья. Правильно? Это да, я могу. Да, и вас осчастливят. Главное, денежки. Да, за ваши деньги. Ну, такой мероприятий. Ну, а что делать? Сюда торговать же люди приходят. Веришь? Верю. Правильно делаешь. Верю. Это на самом деле продавец адекватный, цены доступные, так что приходите. Кстати, это у нас как яга? Это летные, да, это танковые? А не, те летные. Да. Время полета. И почем они? 2200. Они, то есть, рабочие, да? Такие рабочие, эти ходят, но надо обслужить. Мотоциклистов нема? Не, нема пока что. Там в дождь может и не приехать. Ну что, дядь Коля, вы с женщинами познакомились? Успешно? Да, со всеми. Морозится, морозится, убирает что-то. Делает... Одинокий казану. Делает вид, что работает. Да, 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 арбайт он. Так ты со света? Смотри, ты уже... Он уже со всеми. Он уже со всеми. Но не подает виду. Так и живем. Фруктовицы всякие. Мед, вино, домино. Их масса. Надо подходить или очень рано, или попозже. Потому что люди разрывают просто вообще. Добрый день. Куча всего, кстати, в этом я вообще не разбираюсь, но может что-то вам из этого нужно. Видите, тоже все что угодно в плане техническом и более чем доступно по цене. Там у нас сегодня еще озеро небольшое имени Филатова. Ну так, до субботы, конечно, людей не сильно много, но еще могут подтянуться. С утра у нас вообще дождик заливало. Вот кто бы знал, да, что с утра так дождь накрапывал, еще что-то. А вон уже такая жара. Да, реально, кто бы мог подумать. А тут тетя Катя. Здрасте, здрасте. Предлагаю вам передать привет телезрителям. И вкратце рассказать о новинках. Да я переоденусь на красивую. Давайте, переодевайтесь на красивую, я пока здесь. Давайте, давайте, переоденьтесь на красивую. Да, там сейчас брюки превращаются в элегантные шорты. Тут, как всегда, часики. Остальное, друзья, очень большой труд, кстати, видите. Это все нужно сделать раскладочку, потом все сложить по ящику. Это вам не так просто, как может показаться на первый взгляд. И при этом еще желательно, чтобы товар не повредился. Так, ножички, я знаю, там у нас мужчины смотрят, просят. Давайте посмотрим, вот тут вроде самопал, ручка.
такая дебелая. Травление. Мне надо разложить. Травление. Вот что у нас тут написано? Красота. Мега. Аллигатор. 750 это 850. Такой 850, да? Да. А те по 750, да? Да. Ага. Такие цены, друзья. Это с ножными, правильно? Это от него? Конечно. Ага, и ножны, друзья. Ножны, кстати, когда заходил на Курчатовский, 200-250 и выше. Поэтому 350, и 300, да я зеру и выше. Есть и по 500, и по 600. Поэтому, друзья, учитывайте, что хорошие ножны — это тоже деньги. Такой 750. Здесь ручка такая удобная, интересная. Такой ГДРовский похож. Такие делали. Ага, а оленья нога, ой, оленья нога, козья нога. Тоже 750. Тоже 750. Тут пары различные, игрушки. Ребята тоже, кстати, стоят до часу, там до полпервого. Так что, кто увидит, приходите. Ящик. Это у нас Япония, да, насколько я помню? Да, Япония, костяной фарфор. Светится все как положено. Два вида. Видим. Сакура и дракон. И почем они у нас? 300 гривен. 300 гривен пара, друзья. Пожалуйста. Угу. Все, светится. Огонь. Я понял. Огонь. Тут еще интересная бижутерия. Всевозможное серебро. Вот это часики. Кто хорологией занимается, должно быть интересно. Глечики всякие. Фотоаппараты. Sony, ничего себе. А почем такой Sony со вспышкой? 200 гривен. Всего 200 гривен, друзья, вы посмотрите. Чехол. А, и чехол. Это вот чехол? Да. И чехол. Это вспышка в комплекте? Да. Ничего себе, всего 200 гривен. Это какой-то просто подарок для любителя. Видите, цены действительно более чем доступны. Цены акционные. Я говорю, что более чем доступные, тут даже торговаться, наверное, язык не поворачивается. Не отходите, подходите и не отходите. Абсолютно верно. Здесь всякие фигурки. Денис, какая там Москва? Это? Там можно открыть сзади крышку, посмотреть. Там. Видел, в группе продавали такие тарелки, то ли по 300, то ли по 250. А почем тарелочки такие? По сотке, да. Видите, по сотке, друзья. А так на ЛХ я встречал по 250, по 300. Вот вам. Да, Ируша, разница цен. Разница цен. Это только тот пример, который вот я видел буквально на днях, друзья. Чем, в принципе, занимается большинство перекупов. Алкоголь в наличии еще. Ну, вот эти бутылочки там от 200 до 450 гривен. Старенькая. А, выпил бы такого? Выпил? И греческий коньяк. Тарас Бульба. Тарас Бульба. Если выпьешь на камеру, я тебе ее куплю. Проведем эксперимент. А лучше, конечно, вот такое. Это мне когда-то рассказывали историю. В селе. Поехал мужик в село, это еще там конец 90-х, начало 2000-х, и там за всякую работу любили рассчитываться водкой. И он поехал, у него водка стояла в шифонере, еще с 70-х, то ли с 50-х, я понял, русская или как. И он говорит, приехал там местная такая женщина, которая любит алкоголь, и ей говорит, ну покосишь, я тебе дам бутылку. Она говорит, а я тебе покашу, огород вычищу, только налей сразу.
Говорит, я ей наливаю. Она уже была такая под шофе пришла. Она берет и брыкается, и лежит. Мужик, короче, на измене, понял, не знает, что делать. Думает, ну все, наверное, водка погубила. Когда полежала, полежала, вроде дышит, так лыгала. Говорит, больше отсюда водку не возила. Понял, ну то есть. Так что и такое бывает. Ну что, вы уже в парадном выходном? Я уже все. Тетя Катя, жемчужина барахолки. Кто там за вами уже соскучились? Давайте, рассказывайте. Здравствуйте, люди дорогие. Что вы делали все это время? Работала, не покладая рук. Ага. Так, начну. Давайте, делите, только вкратце. У нас с вами 5 минут. Там мы по быстрочку. Начнем с кувшинчиков. Кувшинчики. Такие кувшинчик, значит, стоит 150 гривен. 50-е годы. Ага. Вот это самая полонная старая. Полонная старая. 150 гривен. Такие кувшинчик. Это самое 50 гривен. Клейма. Что-то там нацарапано. Это вы сами царапали, я знаю. Да, да, да. Вы в магиоте. Я поцарапала. Так. Такой это самый кофейник. Если сплошной дыркой, то кофейник. Если здесь сеточка для чая, то это самое 10 гривен, то это чайник. Это а если кофейник. Ничего нет? Если ничего нет, значит сувенир. О, людям понравилось этот ваш рассказ, понравился. Просто Саля, вот это тетя Катя живет. Так, салатнички 50 гривен. Угу. Такой 50 гривен, это древние 60-е, 70-е годы. Бидончик алюминиевый 200 гривен. Угу. Кружка алюминиевая военная 50 гривен. Кастрюлька 80-50 гривен. Сковородочка 50-30 гривен, чайничек на ведре без крышки, но крышку можно подобрать, полтинник. А там у вас блюда, я видел, советы. Да. А ну покажите, это старенькое, это же 20-е годы, да, или какие? Блюда. До 30-х вроде. Самое... Давайте клеймо посмотрим. Блюдо. Песочинская фабрика, угу. Брянской губернии. Значит, ценится вот именно только вот за это. Да, потому что с той стороны ни узоров, ничего, и его любили, его залюбили. Ага. О! резали пирог, торт, порезали на немецкий крест тарелку. Ну, вы тут, как будто сами там были. Что-то вы скрываете. Нет, меня еще не было. Тарелка была, меня не было. Я еще не родилась, не успелась. Еще да. Не успела. Сколько там вам? 45? Баба Ягодка не, 5? Не. Такие вот тарелки. Вот такая да вот. Я за возраст, а не за цену. Что? За возраст? Что, вот цей возраст? Да вам, говорю, 45, Баба Ягодка 5. Ты мне 18. У меня склероз, я на цифры памяти своего возраста страдаю. Правильно. Так и надо. Я забыла. Девушкам всегда 18. Я остановилась на 18 и все. Потому что я работаю, блин, как это самое. Если бы я ползала, как улитка, таким не было бы так 75, там под 95. А раз я еще бегаю... Все успеваю делать. Бля, наряде таком. Да. Да. Вы сегодня у нас королева красоты. Да. Тапки модные. Это самое. Не одела я свои блатные серьги. Думала, будет это самое дождь. Думаю, заржавеет. Ну ничего, в следующий раз ждем. Обязательно. Так, а тарелки? Тарелки. Тарелки тоже святое. Такие тарелки по... 30 гривен. Вот такая вот детская тематика. Мужчина, глядите сюда. 20 гривен такой вот. 20. Такой 50 гривен. Класс. Такие чашечки. 10. Рыба 10. Такое 30. Такой 30.
и так далее, и так далее. Ой, а ту рыбу ж не показали. Жареную? Вот эту. Салфетница? Салфетница. 50 гривен. Таня, 30 гривен такая сумочка. Ручек нет, да? Ручек нет, вот как есть. Где ручка сперли? Салатнички. Такой салатничек 50. Такие городница 30. Полонная тоже 30. Сахарница 50. На некоторые молочник полтинник. Шишка знаменитая, на которых уже все шишки побили, блин, и не знают, куда бы. Гульдельмумель, это шишку мне бы засунул куда-нибудь уже, наверное. Ну, это ваши интимные дела. Вот это... Ой, что же вы? Оно прямо ко мне пристает со своими комментариями. Ну, нравитесь вы человеку. Ждет, чтоб я что-нибудь ответила. А я молчу, как вот это вот рыба, блин. И ничего я ему не скажу. Бо я девушка воспитанная. Чтобы меня достать, это нужно так. Но если я уже, как говорится, меня достанут, я как разойдусь, как тот вас тайфун. Вас уже не остановить. Катерина Тайфун. Меня хрен остановит. Все снесу. Мало вот тому мужчине плохо будет, который меня достанет. Лучше не доставать. Смелые те мужчины, которые однажды решили на мне жениться. Их было... Не скажу сколько. Больше 10. Их было. Не скажу сколько. Ну, самые смелые. Правильно, женщина должна оставаться загадкой. Мы самые смелые все-таки рисковали. Не только там, как говорится, чай, кофе, и даже на продолжительные какие-то отношения. Вам аж самое чудно, да? Что у них как это само на американских горках. Занимательно, страшно и вообще. Как там? Глаза боятся, руки делают. Точно. Так, перечницы будем рассказывать. Ну, рассказывайте уже, что ж. Что ж с вами делать? Скажут, это вот старая перечница, про перечницы свои. Перечница, значит, вот это полтинник. Такой 30. У меня есть и по десяточке перечницы. Так, значит, фруктовница 150. Это самое. Такой кувшинчик. Это тоже 150. Что вы там ищете? Расскажите нам. Вот, я нашла такую фурнитуру. Это значит фурнитура под серьги. Ага. Только для серёг надо там это самое, подвески. Красота, блин, красота а, как солнце будет, так кто вообще? Надо будет сделать и в следующий раз это самое сниму. Хорошо, это... мы ждем. Надо сюда ручку приделать и уже будет. И в АТБ ходить. Корзинка. Господи, что мы только про неё? И вареница. И там, поговорите, соседи попугать, блин, и подслушать тех соседей. У нас можно даже без банки слушать соседей. Слышимость хорошая, да? Обалдеть, Хрущев постарался. И что говорят соседи? Да, всякое разное. Я ухожу в другую комнату, бо мне их разговоры уже надоели. Одно и то же, блин, понакатанное. Ну да ладно. Ну что? Передавайте опять привет. Не сейчас надо, не все. Да, идем до головы. Грязь. Давайте до головы дойдем. Значит, косыночка. То я фуражки продавала. Фуражки уже надоело. Люди, если это самое. Это, очки по 20 гривен. Это самое. Косынка тоже по 20 гривен. Ремни по 20. Эти 200 ролики, значит, Советского Союза. Стоили когда-то 10 гривен, где-то оно тут,
Цена написана 10 рублей. 200 гривен кожаные. Класс. Неубиваемые. Кому не надо ролики, можно с них сделать это самое, чемодан на колесиках. Приходите, зробим чемодан, подберем. Ой, эту ж кастрюляку не сказала. Кастрюля на 15, это хотела сказать, килограмм, 15 литров, 300 гривен. Поговорим, за 250, там 280, такое продадим. И 350 продадим. Стоит 300, а 350 дадите, отдадим. Все. Рада была с вами увидеться. Приходите, ждем. Все недорого, все уступим. Оптовикам вообще уступим. Даже подарунок какой-нибудь подарим от тети Кати. Но чтобы подарунок был, нужно что-нибудь купить. Бо так подарунков не бывает. Хотя у меня цены сами, как подарунки. Некоторые просто приходят, чтобы на меня поглядеть. Одна полгода ходила на меня, просто смотрела. Вот так застынет и смотрит. Я уже стала к ней приставать. Да купите уже что-нибудь. Господи, блин, полгода ходит, ничего не купит. Все, люблю, целую. Всем привет, кто меня знает. Кто не знает, приходите, познакомимся. Ну все, через часик смотрите себя в эфире уже. Тогда на тебя такую жену, чтоб она взяла тебя в жесткие бразды правления. Что ты думаешь? Бля, ну ты уже с ней уже как бы Вась, ты как бы уже с ней. Как бы, о, началось. Уже с ней на свидание уже. Началось. Я-то человек со стороны, а ты уже. Ну ничего, все бывает впервые. Тут тоже он ляпалки для рыбы. Это что-то страшное. Журнал, видите, какой с зеркалом. Вон какие есть журналы. Какие-то вещи непонятные. Да. Кто разбирается, пишите в комментариях. Что она такая? Мы понять не можем. И чем его едят? Может, с этим? Похоже, в принципе. Выпросила для себя. Колбаска. Ну я бы тут колбаску не рискнул. Все-таки жарко и, да, и вообще. Не та, или может взять тебе? Нет. Половинку. Я еще немножечко хочу пожить. Краковская. Половинку краковской. Тут всякая посуда красивая. Пистолеты. Друзья, такой у нас ассортимент на барахолке. А еще делать? Все, что хотите. Кстати, что-то интересно. Капитан Америка и Железный Человек. Заводское что-то? Как это работает? Ладно, что себе. Интересно. А сколько такие стоят? 50 гривен. 50? Да. Ага. Так игра вся вместе. А, это игра какая-то, да? От игры, да. А, понял, думал, как отдельная коллекционная. Это 50 за один или за два? Один. Один. Все. Подумаю, спасибо. Подумал, как коллекционная, типа, модная. Вот кто-то телевизор кто-то раздербанил. Видите, на платы как. Оп. Телевизор разбили. Плату такую выняли. Удачи тебе. А телевизор не рабочий, да? Не рабочий. Сижу на нем уже месяц, сижу все спать. Да, интересный. Уже говорю, а телевизор. Свечки, а телевизор не рабочий. Что-то аж сам заржал.
Смех и грех можно. Есть грамм 400 металла. Так, тут уважаемые люди. Приветствую. А, говорю, телевизор рабочий. Так, что у нас тут? Ну, все равно. А я видел, вот там, забрали? Сколько стоило? Нет. Душка. А еще вон был сделан? Металлопластик какой-то. Я видел, как здоровый, леска натянута. Тарелочка новенькая, да? Ну да, можно ее, и можно, это съемная штучка. То есть это как это? Ее можно снимать. А, понял, интересно. Тарелочка, кстати, зачетная. Угу. Коллекционная. И почем такой комплект? Комплектом 300, а если просто тарелочка 250. Ага. А эти я по 100 продаю рамки. Ну и рамки эти тоже были. А и вот это новенькое, да, тоже? Нет, это было. Были уже? Да, новенького, там вот деревянная ваза. Что-то я не такая помню. Такая хендвейв. То вот видно, скорее всего, Южная Америка какая-то ваза. Кувшинчик. Рыбак был, кукол кое-что. И так, и так. Особо ничего нет. В этот раз бить. Ну, раз на раз не приходится. Сколько всего, друзья, интересно. Держимся тоже, если кого-то что-то заинтересует, друзья, приходите. Здесь тоже куча всего у мужчины, продавца, продавец адекватный. Все, что хотите. И для нумизматов здесь. Добра хватает. Чебурашку еще не купили? Нет. Чебурашка, блин. Хотя с камня сделал. Я рассматривал, да, нет, что это камень. Какой-то это. Природный материал. Все, что хотите. Приходите, покупайте. Цены более, опять же, чем более чем доступны. Спасибо, хорошего дня. Пожалуйста. А евро есть на овощи? Так и живем. Ну что, как тебе барахолка? Ну что, нормально, более-менее. Лучше бы на рыбалку пошли. С этим я согласен. На рыбалку так не стремлю. Ну ничего, скоро осень. Надо ж карапов подубасить. Хоть чуть-чуть. Хоть немного. Знакомые все лица. Привет, привет. Куча всего интересного. Опять же, цены шара. 30, 20 гривен, 30 гривен пара. 25. И брошки, и картины. В общем, друзья, все найдут для себя на барахолке что-то интересное, что-то по его тематике. И мужчины, и женщины, и дети, и взрослые. И опять же, когда первый раз сюда приходишь, ты не знаешь ассортимента, тогда вообще глаза разбегаются, и все интересно. Потом, если ходишь там уже 2-3 раза, понимаешь, что в принципе одно и то же, и очень медленно меняется товар. Я, например, там пару лет назад любил прийти, потом 2-3 недели не ходить, потом вновь идешь и знаешь, что всегда что-то новенькое. Погодка распогодилась, обещают нам вновь жаркую неделю. Здесь, вот видите, для мужчин все, топоры, какие-то железяки, канистры советские, кстати, надежные. Краски для волос есть, всякая косметика. Друзья, все, что угодно, все для вас. Доброго здоровья! Белый, да? Да.
пойдем книги посмотрим. Да, прошли. Там уже люди разбежались. Чуть-чуть освободили место. Продавец только-только начинает выкладку. Да-да-да, иди ко мне сюда. Вот так вот, вон, сюда, обойдите. Привет-привет. Привет. Вот к тебе не пробьешься, не поздороваться. Ну, это хорошо, это работа. Я еще не разложился, правда. Ничего. Ну ты сними рабочий процесс, мы работаем. А я показывал, что тут все нормально. Цены адекватные, люди приходят, тарятся. Очень много перекупов приходят, покупают для своих магазинов. 100 гривен. Ну, тебе отдам за 150. Ну, за 100 отдам. Две. Портреты, техника рисунка. Что так. Такое стам? Друзья, все, что хотите. Огонь мне. Огонь. Так, ну собственно так, у нас уже 50 минут, если кто-то досмотрит, домотает до конца, желаю вам, друзья, хорошего дня, отличного настроения, чтобы этот субботний день порадовал нас приятными эмоциями, был мирным, тихим, в общем, всех благ, всего хорошего, и до нового выхода на связь, там уже попозже, как всегда, по субботам посмотрим цены на рынке. Скорее всего, дальше будет видно. Вот здесь добра добавилось. Ой, добра добавилось сколько. Так, ну як? Витрина бомба. Прям идешь и глаз радуется, что вот куча всего. Как вы это все несете, одному Богу известно. И ваза, так это та же 700, да? Или та же 300? Не, мы же продали те все. Это же сегодняшние новые. А, новые? Конечно. Вы же листайте свои эти. Да я тут помню, тут не помню. Все новенькое сегодня. Упал гипс. Все продали. И почем такие? По 200. По 200 все? Да. Друзья, 200, 200. А вот 200. Это? 200? Да. Что за дурняк такой у вас пошел? Шара. По-другому не найдешь. Ну все, это ты все видел. Тут ложки-поварешки. А, ложки-поварешки да. Мы видели. Ну все, хорошего вам дня. Вот это только. Давайте все продавайте. Все новенькое. Давайте все продавайте. Продаем. И да, побыстрее. Благодарю. В общем так. Все, всем добра. Всех благ. До нового выхода на связь. Погнали. Все, обращался. Походим. Походим. Потом заторговали.